содействие развитию детского спорта в городе Прокопьевск. В КСК «Нефтяник» торжественная обстановка. Председатель первичной профсоюзной организации ТПП «Покачев-Нефтегаз» Виктор Собур приветствует юных волейболистов города. Поводом для мероприятия стала новая форма. Этот подарок от нефтяников вышли получать 4 капитана детских волейбольных сборных детско-юношеской спортивной школы «Покачей». А это ваш забирает. В Покачах около 200 детей занимаются волейболом. И все они теперь будут отстаивать честь нашего города в новой форме. А вот и новое облачение покачевских спортсменов. У каждой команды своего цвета. Ребята с радостными улыбками фотографируются на память. Одной из этих команд форма оказалась, как говорится, очень даже кстати. Ребята спустя несколько часов уезжают на полуфинал первенства России по волейболу. Мальчики 2004-2005 годов рождения будут представлять Покачи в городе Екатеринбург уже в новой форме. Участвует 6 команд. И Екатеринбург, Челябинск, Новокуйбышевск, Уфа и еще Альметьевск. Но это будет идти до 28 числа. Ну, посмотрим, как получится. Команды все сильные, хорошие. Ну, думаю, может, получится что-нибудь, может, попадем в финал. Надежды есть, ну, постараемся. Первичная профсоюзная организация ТПП «Покачев-Нефтегаз» поддерживает спортсменов разноплановой помощью. И такое участие нефтяников в жизни юных покачевцев будет долгосрочным. Эти шаги, они... Ведь не только, скажем, как шаги доброй воли, мы это понимаем, мы отдаем отчет, это дополнительная нагрузка на бюджет профсоюзной организации, но мы должны заниматься, кроме развития спорта, еще и профориентационной работой. Мы хотим, чтобы у нас на предприятии работали сильные, здоровые, и в смысле тела, и в смысле внутреннего состояния, физического, эмоционального, морального люди.